Друзья, ну что, всем привет, с вами Субрежим Улысыр, добро пожаловать на мой канал, друзья, это у нас МТА Провинция, друзья, и сегодня у нас будет максимально, блин, угарный и, как бы, прикольный ролик, потому что сегодня я собираюсь, в принципе, поработать таксистом, друзья, на МТА Провинции, на вот этом вот, пацаны, банане черного цвета, пацаны, самый быстрый банан, целых 6,3 номера, пацаны, вор 001, так что, друзья, ролик будет максимально интересным. Короче, друзья, как бы я раньше снимал эту рубрику, грубо говоря, потому что, друзья, раньше я таксовал вообще на Бугатти Шароне, на Провинции, друзья, и просто игроки просто были, пацаны, в максимальном шоке. Но, друзья, сегодня, то есть, я вообще буду, друзья, таким тупым таксистом, друзья, то есть, друзья, объясняю, как бы, что тупой таксист. Короче, говорю, друзья, я каждый раз, то есть каждую минуту, грубо говоря, как бы, пацаны, буду у своих пассажиров, пацаны, переспрашивать, куда мне ехать. То есть, типа, я прям максимально тупой, и, типа, я забываю, пацаны, каждый раз, куда мне ехать. Так что, друзья, ролик будет максимально интересным, пацаны. Во-первых, мы посмотрим на реакцию игроков на то, что я приехал к ним на CLS-е, а во-вторых, пацаны, посмотрим, бомбанут ли они, то, что, как бы, я буду каждый раз, просто каждый гребаный раз забывать, куда мне, блин, ехать. Так что, друзья, в принципе, думаю, что получится интересно, как бы, с вас обязательно сразу, пацаны, сходу лайк. И если что, ссылка на Провинцию, друзья, я оставлю в описании, как бы, я играю на 6-м сервере. Как бы, переходим, друзья, скачиваем и играем вместе со мной, друзья, и мой ник, как бы, Руфо Смит. Вот, друзья, начинаем работу, как бы, таксистом. Выходим из машины, друзья. Так. Работать, все, ага. Теперь давайте поставим шашку. Все, вот так вот, банан черного цвета. Такая, пацаны, шашка, блин, как это выглядит, пацаны, все, хорошо. Чисто в Энгел бы, друзья, выехал, как бы, поработать, как бы, ну, собственно говоря. Ага, все, друзья, теперь поехали. Так, мы работаем в классе комфорт. Так, хорошо. Теперь нам, короче говоря, надо... Подсветка шашки, ох, ни хрена себе. Пацаны, пока что заказов нет, так что мы поедем сейчас, в принципе, починим за это время CLS. Вот, и, в принципе, уже начнем нашу работенку. Аккуратно там полиция, главное, чтобы, как бы, полиция за мной не поехала. Потому что я обычный таксист, в принципе, из деревни. Братан, езжай быстрее, пожалуйста, спасибо. Так, давайте поедем сюда, как будто у нас все бомжи, в принципе. И можем их, в принципе, подбросить. Так. Вот, в принципе, первые наши бомжи. Эконом такси кому надо? Так, заказ прошел, его уже взяли. Ромарио Фиеста. Такси надо? Не. Да за бесплатно, чувак. А, ни хрена себе, ты в X5 сел, извиняюсь. Так, заказ. Принять? Все. Друзья, в принципе, я принял свой первый заказ. Так, пацаны, мой клиент вызвал, конечно, эконом. Но, как бы, я работаю в классе комфорт. Но ничего, как говорится, страшного. Подбросим и эконом, в принципе, клиентам. Ничего страшного. Хорошо, друзья, в принципе, у нас где вообще? Давайте откроем карту. Так, F11. Ассалам алейкум, я приехал. Ассалам алейкум, добрый день. Присаживайтесь. Как ваши дела? Так, куда мы едем? На шахту. На шахту? Да. Где шахта у нас вообще? Так, куда мы едем? Так, сейчас я определюсь по карте, потому что я чуть тупой, ну ладно, хорошо, секунду. Так, это нам получается ехать отсюда, вот так вот. А, в принципе, я понял, да, это у нас в Приве, да? Начинаем. Так, а вы не знаете, куда нам ехать? Да. Что? Знаю. А куда мне ехать? На шахту Приволжскую. Ага, это у нас сзади, да, получается? Сейчас. Давай, отвечай. Боже мой. Так, вперед, да, ехать? Да. Хорошо, вперед, поехали. Сейчас, пацаны, просто едем тупо прямо. Вот тупо прямо. Так. Ага, вот так вот. 2000 метров. Мы приехали, да, вот. Нет. Ты про это? Нет. А куда, блин, я не знаю дороги, чувак. 2000 метров, ну за это как бы ты должен доплатить, чувак. Не, отметь просто шахту мир. Я не умею, чувак, я новенький. А, ну значит, знаешь как, на английскую, ну, на русский мягкий знак нажимай. Нажал. У тебя высветилось окошко такое? Нет. На мягкий знак нажми. Я русский не знаю, я из деревни. Я не знаю писать на русском. Я не умею на русском писать. Так тут не надо писать. Так, в принципе, давай сейчас я доеду. Я просто, ну, попытаюсь доехать. Подожди, сейчас я попытаюсь доехать. А сколько вам лет? Мне?
Да. 13. У-у-у. Прикольно. А у вас есть жена? Нет. Блин, это обидно. А тебе вообще нравятся парни? Такие пацаны. Ну и что? А стой, ты только по девушкам, что ли? Красить. Ну, в смысле? Ты им сейчас меня обломал. В смысле обломал? Ну, я думал, мы с тобой будем хорошей парой. Ты че, дурак? Я не дурак. Не, назад, разворачивайся. Назад, назад. Я неправильно еду? Нет, назад. И потом... Блин, блин. Так, назад, пацаны, теперь просто берем и едем обратно просто, хорошо. Окей. Я просто пацаны. Налево. Налево? Да. Нет, это право. Это право, это лево. Дур, ты что, дурак, что ли? Назад едь. Просто едь назад. Назад? Хорошо. Да, назад. Сейчас просто, пацаны, едем прям так. Задним ходом. Так, ага. И где его реакция? Вот так? Да. А долго нам так ехать? Да не знаю. Ну еще... Просто задним ходом не особо удобно просто ехать. Да хочешь развернуть. А, все хорошо, разворачиваемся. Не так. Машину разверни. Перевернуть машину? А зачем? Ты дурак. Я не дурак, ты дурак. Ты что мне предлагаешь? Разверни машину, то есть, короче, едь уже задом. Задом ехать? Блин, чувак, да. Ты меня мучаешь. Ты меня мучаешь, дай мне уже нормально доехать до своей машины. А у тебя есть машина? Да, не машина, но мотоцикл. А, понял. А я думал, у тебя есть машина, мы с тобой там тяли-пали, тряли-пали сделаем в твоей машине. Совсем тю-тю. А куда ехать сейчас? Наверх. А нет, не поворачивай, не поворачивай. Он сейчас сгорит, я вам клянусь. Упс, авария. Правильно едем, да? Да. Давай, 500 метров осталось. Сколько осталось? 500. Да ладно, вот едем. Доехали. Вот шахта, я еду вообще куда-то не туда. Стой. Я пешком дойду. Нет, я таксист, ты не сможешь пешком дойти. Не, стой, подожди секунду. Нет. Нет! Ты пешком не пойдешь! Нет! Ты пешком не пойдешь! Ты не пойдешь пешком! Блин, чувак. Да, пойдем пешком лучше. Все, побежали, чувак. Нахрен эта машина вообще нужна. Ладно, помоги, помоги машину перевернуть. Спасибо, пойдем машину перевернем лучше. Ростислав, не кидай меня. Ростислав, не кидай меня тут одного, пожалуйста. Стой. Стой, не убегай от меня. Стой. Стой. Я тебя съем, подожди. Куда? Он умер? Дурак, он умер! Какой тупый, я его... Я настолько ему нервы потрепал, что он просто спрыгнул с моста. Ростислав, прости меня, пожалуйста, чувак! Так, переворачивайся, давай. Ага. Так, давай сейчас все мы починим, в принципе, и поедем к Ростиславу, блин. Так... Ростислав, прости, пожалуйста. Я быстрее, ты тварь! Пошел, жаба! Я быстрее! Давай! Нос в нос идем! Давай! Я быстрее! Нет, ты быстрее! Блин, черт! Друзья, я приехал к Ростику, а его тут больше нету, он погиб, черт! Ростик, блин, чувак, прости меня, пожалуйста. Блин, я сейчас хочу его найти, блин, ему дать чуть денег, потому что мне сейчас максимально, блин, паршиво на душе. Ладно, пацаны, поехали сейчас, в принципе, на его работу. Он по-любому будет там. Потоптали, пацаны, пешком, в принципе. ЦЛСа больше нету. Просто как я так умудрился, боже мой. Друзья, ну что ж, в принципе, ЦЛС вернулся и поехали за новым, мать его, заказом. Так, аккуратно. Он, в принципе, где-то тут должен находиться. Так. У нас, походу,
В больнице, да? Ага, так. Зеленый. Доброго дня, ассаламу алейкум. Присаживайтесь. Голос какой-то знакомый, не знаю, что-то мне напоминает. Голос знакомый, да, не думаю. Только не подписчик. Что-то мне напоминает все-таки. Да не, тебе кажется, не-не-не. Не может быть такого. Да нет, мне что-то вот что-то напоминает, очень знакомо. Не может быть, шансов ноль, чувак. Мы с тобой впервые вообще видимся, ты, ну ты, короче, невозможно, чувак. Блин, только не подписчик. Ладно. А куда мы едем? На авторынок. А это где? Начинается. А это где? Начинается. Ну так метка стоит, по идее. А у меня ничего нету, я не знаю, у меня карта вообще не отображается, я не знаю. Ну я правильно еду сейчас? Ну сейчас, типа там нажми М, настройки и это, там, мини-карта. Нажимаю, тут у меня ничего нету. Настройки. Так у меня ничего нет на М. А. Тут налево, да, сейчас, или куда? Или направо? Сейчас, налево, да. Налево, хорошо. Налево поехали. А. Вообще в любом случае доехать не так. А, ну все, отлично. Ну я сейчас типа, ну правильно же поехал. Все верно? По идее, да. А, ну да, там, короче, просто я сейчас скажу. Хорошо, едем. Вот налево. Вот с стороны, вот где светофор желтым загорелся сейчас. А, все, да, я понял, куда ехать. Все, налево, да? Хорошо, поехали. Не, в другую сторону. А это не. А, блин, я чуть путаю, ну ладно, хорошо. Я просто это самое, ну, налево, направо иногда путаю, поэтому. Ну, все-таки голос какой-то прям знакомый. Ну, не знаю. Слушай, у тебя есть там жена или дети? Конечно, чего? Блин, обидно. А тебе вообще, ну, нравятся парни или больше девушки? Слишком лютый вопрос. Я знаю, я такой прямолинейный, в принципе. Да-да-да. Давай. Ну как? Блин, ну я вроде бы натурал. Ну ты уже задумался, это уже есть что-то, понимаешь? Тебе там уже, ну... Просто я никогда на такие вопросы не отвечал. Ну вот все уже, ну, бывает в первый раз, понимаешь, о чем я, да? Так, давай остановимся, смотри, какой вид на море. Да, это... Что? Налево, это прямо... Налево, а куда? Налево надо было. Блин, ну сказал бы, блин. Так я сказал, блин. Ты ничего не говорил мне, алло. Так, ладно. Теперь направо. Налево, все, хорошо. Направо. Да блин! Это быстро. Я знаю. Тут на... Он сам запутался уже. А где мотоцикл? Ну он стоит. Где стоит мотоцикл? В мою сторону поворачиваю. Не. О, да. Да, я просто, ну, типа, больше угла взял, понял? Не, прям. А, прямо, хорошо. Да, ну, не, назад. Так сказал бы сразу, что тебе сюда надо, чувак. Так я сказал сразу, что мне надо. Я знал, что сюда надо ехать, ты просто меня запутал, блин, подожди, чувак. Друзья, набираем под данным роликом 500 лайков и сразу, моментально выходит уже вторая часть тупого пацана-таксиста на провинциях, друзья. На этом у меня все. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.